Дальневосточник, живописец, график Иван Ионченков. Он работал в разных жанрах. На данной выставке представлен как мастер сюжетно-тематических композиций, портретист, автор замечательных натюрмортов. Я знала этого художника. Была неоднократно в его мастерской. Сильная сторона Ивана Ионченкова – это, конечно, его колорит, это его совершенная композиция. «Танцы птиц из севера», «Красота народной культуры», пейзажи художника отличают подчеркнутая эмоциональность, экспрессивность цвета. В картинах видны мотивы праздничного мироощущения. При взгляде на его работы возникает взволнованное личное отношение к изображенному. Каждая работа мастера проникнута мыслью о вечной красоте, где объединены величественная природа, человек и бытовые мотивы. Не случайно мы выставку назвали «Немеркнущие краски Ивана Ионченкова», потому что действительно это был один из тех художников, который видел, казалось бы, горы, море, да, там Буднино, Шикотани, Северо-Курильский порт. Но видеть их вот так вот мажорно, ярко, с такой радостью, с таким вот вкусом к жизни, это, конечно, не каждому дано. Иван Ионченков вдохновлялся общением с природой. Его пейзажи – содержательное восприятие ее красоты. Образно-эмоциональный строй картин каждый раз индивидуален. Насладиться работами мастера можно до 1 апреля. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный, новости на 8.